КДшке. Поэтому я не знаю, Пила, чем ты занимался, что ты по трите поднялся в конце только. Это очень интересный вопрос. Нет, потом он не кидает. На 50. Да. Хорошо, за что ты кинула этому ханту ГП? Вначале было. Да, не смотрела, честно говоря. А, точно, фласкиш. Фласки Баночка. было. Максим, а кто в тебя вбегал? Не знаю, сейчас гляну. Там пили какой-то подбил. Ну смотри, все просто. Вот если ты стоишь там, где твой труп, это не очень. Потому что миликом надо давать. Хорошо, смотри, а с этой стороны 7 людей, а с той 3 лежит. Логично. И там 2 хила стояло. Я на эту сторону поэтому перешел. Чтобы здесь тоже 2 хила стояло. Кто 2? Там же чудненько и ДЦ по центру. А там была ачивка и кто остальной. Вбегал Редвар. Вот. Там миликов раз, два, три, четыре, пять человек. Из 5 миликов ДК может стоять с Рога, если Рога догадывается все-таки вынести на панель минус 50 и сжать его. А ДК же зеленку. Ачивка там, это где? Справа вообще места довольно много свободного. Кстати. У нас может быть разное право. Стоишь спиной к боссу справа. Ну, у нас на пункты выпил, но дупл наверное у тебя не было. Ну, на втором боссе тоже не было. Я посмотрела. Все просто. Не было. Я смотрю сейчас прям. И на первом только было масло. А, вот вижу силы титана есть. Но на крабе почему-то нет. Но масло не фласка. Ставили меня, как всегда. Ну да, только на первом ты хотел меня убить, бежав меня. Ну, у тебя на втором боссе висит хождение по воде, поэтому у тебя фласка избилась. Ты сам виноват. Давай так, Максим, чтобы ты, бедолага, свободнее себя чувствовал, я пойду в правую сторону. И можно еще какого-нибудь РДД этого захватить? Там никого нет. Нет, нельзя. А в кого мне тогда поиску кидать? Я не знаю. Кидай в дерево. Чтобы быстрее плавал. Ну как вариант. У меня еще целых 5 минут, ласка. На сопрот. Да. Зачем тебе сопрот тут? Перепивай давай. Не позорься. У кого у тебя толпы моря? А там всех твинов одевать ты шо? Молдынина пасёшь. Ничего страшного, я думаю, переживет.
ломка. Был там анонс, что я сказала, у кого нет фотки, давай ГП. Если вы в тот момент не успели пропить, это не моя вина. Это вот первые были ГПшки. На Севера очень плохая штука. С ним не работает алхимия. Ну, кстати, Паша, ну, висит байт, весь байт. Оставить, по крайней мере, на этом пуле. Сейчас данный Мародрил будет. Папа. Шатратским говном тоже алхимия не работает. Так что это, в принципе, допустимо только на тех, на ком нет, у кого нет алхимки. Ладно, разборки после РТ. Поехали. Перебейте кто-то еще, пожалуйста, в ту сторону. А может, ты просто встанешь вот туда, в карман, и все? Мортрас, не? Вот туда, в карман? А я там стоял на хули присти, нормально. Пожалуйста. Плохо ты тебя поскинула. До левой стороны они не будут доставать. Теперь нормально. Круто бывает. И как ты умер? Сорвал. Ну, его не было, Павел. Ну, значит, его косяк. И подарочек. Могу Байронс пока свободен. Да, давай. Агро успеешь набрать потом? Кто он дивиться? Треснешь, Корис? Давай-давай. Я сегодня набираю игру. Попробуй. Медленно на путь. Ломка, готовься, если что, ты будешь танчить. Не скидывай себя пока. А, Редвар. Да я успею. Пытайся. Нет, все, отлично. Блин, нам тебя пропустить. Не набирай, Горис, оставься. Кто там еще один? Мобов под босса. И мобов слить. Горис, сиди отсюда. О, Мельсона, где? Ломка под лицо пока встань. Бей в лицо. Ну, пуливайте. Кто-то повыше-то. Нахуя его переводим? Значит. Блин, еще это, серьезно. Короче, Shieldmaiden потанчит, я сейчас вернусь на босса обратно. Shieldmaiden на хильте. Давай. Забирай. Давай через меня. Угу. Успеешь набрать? Да.
второй кто попал. Пить набрать. Пиво, Войт, вы можете, если что, идти отсюда. Только место занимайте здесь. Не надо, второй патрон попал. Хватит. Кто? Ебать. Замучили, скажем так. Чудненько, можешь сказать расстановку групп, повторить? Как ты сказала, остановимся? Третья пати справа, как смотреть на выход? А какого хуя вы стоите тогда, извиняюсь, в третьей пати слева? Что тот трай, что этот трай? Я про это тоже говорил, с этой стороны было 8 так человек, они там стоят. Вот. Я тогда ушел на том трае туда, блядь. А у тебя есть скриншот? У меня есть ушел. Скриншот. У меня есть. Ушел и ушел, я тоже ушел. В чем проблема? Встали же. Главное, это не умерли. Все равно тут намного больше людей было, только что, чем там. На 3 примерно. Сказали одно, а получилось другое. Не могло быть на 3, потому что всего 4 РДДшника. Сейчас. Кастерская аура выйдет погулять? Она на мне, а я у босса, поэтому не выйдет. Ну, пока тебя нет. Скинул скриншот на первом пуле, там 8 человек стоял. А на последнем? На последнем... Ну, там не было, скинул. Только дерби и... Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тоже 8. Да потому что мы местами с дерби поменяли. Ну вот. Можно подать апелляцию на ГП. Вы за это ГП не давали. Так мне-то дали. За то, что там еще меня варка. За то, что ты пришел. Ну так а как, если там 8 человек, еще варка мне подбегает. 9 человек, где разбежаться? Проблемы индейцев, шерифа. Ну хорошо, а что мне, а не другому, кто со мной был тогда? Потому что давал тот, кого ты убил. Заберите моба. Требую справедливости.
Справедливость только бывает в муте. Пойдет? Максим, нет справедливости. Есть тоталитарный режим, смирись. Я из доказательства хочу подать ходатайство на отмену. Понимаешь, это не канает. Варианта два. Ты либо не прав, либо не прав. Выбирай, который тебе нравится. Неа. Нет. Если есть, подожди, вариант, есть не... третий вариант с ГП за фласку на сопрот еще, не? Ты не понимаешь, это другое. Угу. Я тоже так пытался перепил. От вас садобурсики бегал, когда лень. Я перепил. Не знаю. Считаю, что 9 человек в одной стороне это слишком много, это... когда с другой 3. Как доктору, мне кажется, можно идти смело. Вообще, я всегда за справедливость. Вот Binance просил ГП дать танку за мастер-ауру. Получил вместе с танком еще. Он типа Binance хочет, чтобы у танка был мастер-аур? Ну, не мастер-аур, сокол. Ну, там тот самый момент, когда он насчет этого, насчет первого босса БС. Доказывал мне, что Горис, пошли, танк же тоже не дал сокол, я говорю, окей. А я думал, справедливость, почему тогда смиренный ГП не летит за вот, конкретно вот это КТ Зорд? Откровенно, она специально перекидывала частицу в этого танка. Какой специально? Ну как это? Была. Кого вначале еще КТ. Хилить? Кроме того, наш другой танчик. Ваши частицы меня не волнуют. Вы хилите. Как ты подожди, делаешь? Все было уговорено. Договорено. Ну так это же договорено про фасу, когда дерево во время есть. Этого не хочу, не так. Это дерево нет, так. Пиво, пошли. Пиво, не... иди сюда. Ну, пошли в кишку соберем. Пошли в кишку. Пиво. Идем обратно в кишку. Трэш возьмем. Иди сюда. Иди. Не кусаюсь. Потому что потенциально могла сложиться такая же ситуация, как, ну, на том КД прошлом. Когда танк какого-то не прохили. Так. Просто потому, что делать. Вот они прохили, когда он уже ушел с деревом. Каждый раз, когда вы упрямитесь и начинаете вот какую-то хуйню доказывать, да, что, блять, а почему я это должен делать, а не он, мне это вызывает только агрессию. Понимаешь? Если агрессию, все было уговорено-договорено, до пула. Проблем с хвалами, в принципе, воронка луч. Не должно возникать. Да, сейчас. Пошли вниз, пошли. Идем обратно. Сейчас мы вернемся. Я тебе просто приведу пример, когда в гильдии было два топовых балла, это Вайни и Тимур дали. Даже в принципе слов каких-то про хапалов не возникало, они просто вдвоем делали все. Как они это делали? Да всем было похуй, они просто это делали. Делали, вытаскивали, выхиливали. Это нормальная координация. То, что вы хуёво координируете по каким-то, ну, личным критериям, меня это, в принципе, ну, меньше всего должно волновать. Идём, трэш. Допиваем. Где воронка была? Всё равно подстава. Вот здесь, возле столба, трэш. Много. Может, она вам не нужна, эта воронка? Как это не нужна? Ты что? Отдай. Деньги есть, деньги. Если не нужна, дай лутера, я себе заберу. Блин, я цыганин проснулся. Вот она прям. Она... Да вот где? Она прям тут. Вот. А, вот нашла. Ага. Для разрода. У меня знак еще одна есть еще. Первым двум. Тут еще первым знак Элидари. Да, 44 точно выиграет. Если накинуть еще 56. Я уже не даю. Знаки Элидари. Найдешься, я себе не сошну. Дай лутера. Не дам. Я тебе один знак могу дать, максимум. Кинули. На ГП, на знак Элидари. Что дальше? Тут кидают на лут. Да ладно, плечи у меня. Эх, выбираешься.
Так, у нас 4 танка. Ну, поехали. 4 танка. Давай обратно. Так, ладно, плечи говоришь. Вижу. Так, погнали. Давайте, допустим, пиво на боссе. Внизу, в дальнем углу, где метки нет. Потом Горис на Амане внизу в квадрате танчит. Держу тебе метку. И давай, Шелдмейтон, будешь на бабе косты кикать. Луне. Так, внизу хилить пойдет кто у нас? Я пойду. Да, давай. И тебе надо еще кто-то? Попробуй сам будет раз. Да, я там особо много не было урона. Там с нуля меня поднимать надо будет. Давай еще этот пойдет тогда Морти. Наверное, друг. А Шафран с ачивкой вместе. Давай. На рейде. Так, вам рыбку поставить еще надо. В обзоры. Рыбка стоит. Можно какую-то полезную ауру вместо тьмы? Например, воду или огонь? Ломка. Перепитина. Ну все, погнали. Верчех. Паша, сразу глянь в ласки. Кто не понял, повторно. Лапу киньте. Лапу винту. Винту. Винту обновите. Хейт. А это 10. Ага, все, отлично. Паш, там все с плашками? Если нет, можешь повторно накидывать. Для непонимающих. Так. Поехали. Дадите развести танком, потом только начнем бить. Вот ты на ханте. По остаточному принципу. Ой. От ханта. Отбежали от ханта. Мирки. Эрдру, а второго танка хилить не надо, да? Что-то там стал. Сказали пойти с ним. Мирки идут на ханта. Вниз. Только вору не надо было забегать. Да, она есть. А Чила, Шафран, вы тоже с Мириками идете? Хотя уже там никого нет, да? Стрелок это активно. Проще ретрай делать. Хорошо стрелок поставили. Нет, мы не разберемся. Сюда. Погнали падать. Сюда. Падаем. Диван есть? Я кинула. Да. Да. Ну, померли, значит, виноваты. Так. Я даже не знаю, как поделить его-то. Да сейчас нормально все было пошло. Ну, или же они там, их двое оставалось. Теперь рассказываю, как это работает. Вы берете босса в фокус и смотрите, у какого из танков он кастует стрелок катаклизма, чтобы не обосраться, как это было сейчас.
Если он кастует в танка, который держит цель, которую убьете вы, логично, что нужно съебаться. Во время каста убежать можно совершенно спокойно. Это первый момент. Второй момент. Чтобы не сдохнуть в оке шторма, его не нужно пересекать. Не нужно в него вбегать или из него выбегать. Самоним. Так, какой у нас припас? Где? За смерть. Это то, что лужу пересек, который не должен пересекать. Если бы вы не пересекли, то вы бы не умерли. Он не от лужи умер, он умер от стрелы катаклизма. Про стрелу катаклизма я две минуты назад сказал, что делать. То есть ты даже не понимаешь, от чего ты умрешь? Объективно говоря, его можно было прохилить там так-то. Объективно говоря, я ГП даю просто даже засловленную стрелу обычно. Неважно, сдох или нет. Там, если что, ты потом после хантам... Силы должны напрягаться, кого-то хилить, кто забил хуй на механику или обосрался. Типа, а если когда лужа и катаклизм летит, хули тогда делать? Ну, естественно, не выбегать из лужи и ловить катаклизм. Двое выбежали из лужи, получили ГП. Один не выбежал, умер от стрелы, тоже получил ГП. Стрелу они получили на другом боссе, это раз. Во-вторых, они не выбежали, а вбежали в катаклизм. Следи за тем, что происходит. Ну а таймер тебе зачем? Я не буду разбираться, было там, не было, блядь. Ну, яичко зачесалось у кого-то, пока бежал, там замешкался и так далее. Мне, в принципе, насрать на это. Вы сдохли? Сдохли от хуйни, от которой не должно умирать. Все просто. Поехали. Ты, в принципе, можешь не подходить, не бить. Я ГП накину, зато же ДПС нет. Я же говорю, права качать и выебываться со мной не работает. Это бесполезно. На понт меня тоже брать. Яиц не хватит. У меня они больше. Пруфы. Тебе лишь бы пруфы. Мне можно в личку. Гурис,
побежали. Похую мороз. Бернуть? Да, можешь. Выводи пиво. Да, мяу-мяу, потом еще секрет расскажу, как два танка танчат, чем она. Из миликов никто не отбежал от стрелы, кстати. Ну, типа, я специально танчу в одного. Я знаю, что... Да, вот прошел. Когда ты освобождаешься с ханта, ты идешь на шамана. Для чего ты идешь на шамана? На шамана ты идешь ровно для такой ситуации. Потому что когда дается в танка стрела, ретаунд, помимо того, что вы меняете, и танк, в которого должна лететь стрела, уебывает в противоположном направлении, чтобы милики не получили стрелу. Либо так, да, либо из-за того, что стрела, и вместе с 10 стаками меня просто снесет, если я прожимку не нажму. Сейчас я прожал. Да. Ну я крылья плюс дал. Ну, там крылья. Просадка страшная была. Да, да. Там всегда такие просадки. Для двух танков там идет четкий приоритет. Как бы. В первую очередь не сдохнуть от стаков меняться, если вы меняетесь. Второе это приоритет стрелы. То есть если стрела летит танка, вы можете поменяться, не сдохнув, то вы меняетесь, прожимаетесь, один танк уносит эту хуйню, чтобы миликов не сносило. Угу. Мы гир не даем. Хуй знает, добили бы, кстати, с Гера. Канонса нет. Ашами. Велми доиграл. Рэнджу. Ладно, убьем так. Беги! Нет. Она, да, летит в тарге. Да, во-первых, она кастуется, начнем с этого, это самое важное. И за время этого каста ты можешь отбежать либо милике, либо там. И за счет этого как раз и работает. Она уже... Нет, она в тебя прилетит. Налетит в таргет. Всегда. Да, да. И если до момента каста там вокруг него еще были люди, то оно все равно в них прилетит, даже если они убежали. Да. Когда она уже закастовалась. Вы не туда идете. На слепца идем. Сегодня день тринкетов. Ну, лучше крути в Даларан, если ты вот ходишь. Здесь три танка. Я могу вот эти 3 минуты потратить? Можешь. Я надеюсь, остальные хилы-то не отходят. Че, я в холик? Это ты соседей. Да, лучше у холика. У Сайван. Смотри, что я нажму. Я первый нажму гимн по Сайван на боссе. Исцеление. Все, отошел.
А ты скинула флакон или трейдом потом? Я обменом потом. Да, что я просто сомнею, да, я смотрю, что не пришло. Пришел уточнить, что Боси не потерялся. Нет. Я все загребаю, поэтому у меня всегда в сумке есть. Что там еще упало? Какая-то дробяшка. Блин, не дом, который. Там Редрик, да? Да, Редрик. А где он пришел? Не, ну он вроде в онлайне был, потом испарился. В чате предупреждения от него нету. Мы не плюсовали. Ну так я ему патики дал тоже, а? Вопрос в том, что если он смог зайти в игру, почему он не смог зайти в Дискорд и написать, что его не будет. Ну это же так же может и не он заходить. Ну, мой аккаунт здесь видел 5-6 людей, я их прошу там монетки забирать, еще что-то, когда меня дома нет. Ну это выходит полка. Ну так все равно ты должен написать, что тебя не будет. Самое простое, ну, человеческое отношение, да, человеческое уважение. Как бы написать, что тебя не будет, когда на тебя кто-то рассчитывает. В принципе, в рейде 24 человека всегда рассчитывают на одного, да, то есть на 25-го. Ну, это у каждого. У вас есть 3 минуты. То есть курите. В моем понимании, если человек не может написать, блядь, одну строчку, он при этом может зайти в игру, там еще что-то, как бы, значит, он просто хуй кладет. Если человек кладет хуй на коллектив, то коллектив разворачивается, как бы, и кладет на него, только там получается побольше. Следовательно, от безответственных людей нужно избавляться. Все просто. Я сказала 3 минуты. Уже осталась 1 минута с этих 3 минут. Мартин, вы сказали, что... Тут... Ну так это просто нечестно, там на 3 человека больше стояло. Давай я тебе еще сверху одну КП скину. Еще. До возмущения. Мы, у нас перерыв же, можно поговорить еще. Макс, нехер возмущаться. Да, это человеческий фактор, там... а когда за фласку снимают, которая есть, это уже пиздец.
не знаю. Может, я тебя пропустила полностью? Ну, да, темновка. Бой, Террис, Винстон, ладно. Метку для танков поставь, пожалуйста. Вообще. Направление вам дать. Направление вам. Для медиков и для танков на вторую фазу. Вам просто держать, где он стоит. И там распределять, то есть кто куда. Да, мы по классике. Все нормально. Я первый даю им на испепеление. Еще раз спящим. Ой, проснулся отлично. Эрис. Че? А, Эрис. Эрис. Солба. Ну, кто-нибудь КБшку. Я нашел на холле пристав первый. Ну, неплохо. Да, очень старый прист. Это человек, с которым я играл еще со времен Кары. О, он не стоит. Ужас. Что за наплыв? Да. Ну, там хорошие руки, очень прямые руки. Эрис. Тут, не тут. Мя, мя, мя. Аж такой вопрос, если у нас далеко чел остался, вынести диалог шкиф на теле, пускай висит. Ну, всякая бяка нам потом не лопнется от него. Да, по идее, не должен. Ну, не знаю, честно. Это босс заявится. А, кстати, вот с рывком вопрос. Ага, да. Тогда ладно, тогда я кикну пока. Тут говорила ему крутить. Появится, пришенет. А он 2.7.8 типа приступит? Или он приходил? Я... А чё я ребута? Это же обновление. Ты же говорят, он старый. Ну, старый. И? Тогда не было такого шмота ещё, ну что непонятно. О. Бля, куда не встать нахуй? Так, давайте распределю. Давай. Погнали у нас. Кинь мне в третий. Саран, что-то где? Блядь, не слышу. Давай так. Хотя, блин, не доверяю этому. Будет итог. Плюс. Я даже не знаю, есть ситуации, нет. Давайте так пока что. Третья патча печенька. Четвертая патча ромбик. Пятая патча квадрат. Кто из вас начинает? Челмен начинает. У него на полу. Еще раз, присутствие, готовность. Посмотрите еще раз паки. Я поменяла, так что не перепутайте. Третья печенька, четвертый ромбик. Поехали. Так,
рука не уйдет на руке, где-то получится, должно все. Никто ну, не первый отвечает. Пошел. Есть БР. Сейчас после этого посмотрим, что даст. Пошли. Не успел крылья дать. У тебя есть встать? Вы херового босса держите с метаморфозой, он очень далеко стоит, поэтому проблема в том, чтобы добежать. Ну, я думаю, с квадрата-то в любом случае удобно. Босс на метаморфозе, нет. Босс на метаморфозе должен стоять в трусах. Берегитесь. Обстрел. Отошли. Что здесь милик делает, блядь? Милики бегут в сторону черепа. В сейф-зоне РДД. Рыбашник, че? Долгим. Катя. Ты мог два закрыть на медведе. И одну, и вторую между ними встать. То есть. Ну между. Ну, то есть между печатями становишься, они были рядом. Закрыл Бобби. Потом, если у тебя есть видео, то покажи мне, потому что там было между ними метра три. Ну, обстрел. Не хватает. Подошли. Эрис, подружку рейсинга. А, сотру не... рейс. Куда пойду? Ага, не перекрыли. А, уже никуда не пойду. Ну. Так давай начнем с миликов. Там миликов. Никто не отбежал. Который не знает, куда им бегать. От рывка и... нужно отбегать, это раз, чтобы не умирать. Второе, туда не надо бегать. А он даже никто не ставит. Сейчас реснемся, я тебе объясню по поводу печати. Я знаю, смотри. Как они работают, но просто... Вот... вот было две печати, но... Блять, ладно, череп убрал. Он тебе за то, что там ранжа была дикая. Там ранжа была 3 метра. Я видел, какая там ранжа была. Смотри, контур первой печати заканчивается вот здесь. Да. Второй печати начинается вот здесь. Да. Ты между ними вот здесь становишься и закрываешь обе. Они достают. Они больше, чем ранжа. Ладно. Ну, это как бы не косяк, но просто на будущее, чтобы понимал, что так можно сделать. Я, да, типа, если они там перекладываются друг с другом, я как бы две бы закрыл, но просто там ну, я не видел возможности. Если она была, то, да, извиняюсь. Просто ориентируешься по ситуации, смотришь, ты видишь, что все равно не успевает добежать, и у тебя вариант два. Ну, как бы, либо она вообще не закроется, либо ты станешь и попробуешь закрыть. Ну, я самую дальнюю как бы закрывал. Там, я видел, что добегают люди, тем более, вы же добежали. Ну ладно, хорошо, опустим. Не важно особо. А у меня вопрос, зачем оставьте. Печать самую дальнюю пошел закрывать рестор друид? Я самую дальнюю закрыл, если да. А, никто не успел, кроме нет, меня? Нет, он в угол. В угол, она с правой стороны была от тебя. Что? Вот здесь вот я закрыл. Где мы хавали рыбу, вот там она была. Зачем ты туда побежал, рестор друид ее резать? Вот где мы стоим, вот тут была печать. Мы туда бежали... с другими РДДшниками. Зачем ты хил сюда? Взял ТП-шнулся и прибежал. Тут главное, чтобы закрыли, то иногда вообще никто не бегает, поэтому он на хиле и бегает.
Четвертая пати закрывает дальние печати. Печати, которые как раз-таки не на платформе. Третья пати и пятая пати закрывают остаточные печати рядом с ними. Милики закрывают все, что вблизи босса, либо правее босса по направлению к там. При этом приоритет закрытия печати и сайленс для хантов. Еще есть лайфхак для варов, но правда для армсов. Как закрыть печать с рутами и нихуя не прорутаться. Душа. Привет, а? Голубая немота. Фиолетовые руты. Синенькая просто дамаг, насколько я помню. Что-то типа... Не синенькая, желтая. Это желтая. Готовность. Лапа нужна. Лапа. Дай лапу, Мортрис. И четвертая пати ромб. Ты готов? Винстон. Все, все. Поехали. Не успеваю. Нормально. Оставьте его нормально. Берегитесь. Всё. Лок, ты по маленькому кругу лучше пойти, а не по башному. А у меня ТП? Я понимаю. Не догнала все-таки. Реймо,
Бывает, отойди в печеньку, бывает. Печеньку. За печеньку. Долго бежал. Падаем. Да. Иван, блядь, пиздец, ты серьезно, блядь? Значит, это прямом делаю. В монстет это не первый раз. Если клеймо падает на Милика, вы быстрее бежите за печеньку. На столик можете вставать спокойно. Если не успеваете, то вот такой вот вайп. Причем оббегаете не между квадратом и печенькой, а со стороны черепа. Оббегаете, становится сзади на 3 метра. Вы можете вставать спокойно с умом. Ассист. А, че? У вас быстрее смануть, чем резать. Только в трупы не резайте, пожалуйста. Ой, не сумайте. Ачивка нет с умом? Терпевка. Я тут пока поставлю. Всем пока. Еще раз. Спасибо.